Да, я двумя руками могу погасить по электричеству весь город, так же, как вот в турбинном цеху могут отключить тепло. И не только город, он может оставить без электричества даже приближенные населенные пункты. Работает Александр Повышев начальником смены электрического цеха Саровской ТЭЦ. В его работу входит регулирование режима электрического оборудования. Энергетиком Александр мечтал стать с детства. Перед глазами у него яркий пример для подражания отец, который проработал на станции всю жизнь. Именно он поспособствовал, чтобы сын стал энергетиком. И вот уже больше 10 лет молодой человек трудится на ТЭЦ. А в октябре этого года Александра Повышева признали лучшим энергетиком России. На конкурс я попал так. Мне позвонил мой руководитель, сказал, есть такая возможность вот поехать, проявить себя. Поедешь? Я сказал, да. Вообще конкурс проводился в 3 этапа. Это теоретический этап, практический этап и первая помощь. В конкурсе приняло участие 30 человек со всей России. По словам Александра, каждый из участников был достоин победы. Взять титул лучшего энергетика саровчанину помогли знания профессии. Я бы не скажу, что прям вот выдающийся мне нужно было заслуги какие-то применить. Просто, ну, свой обычный уровень. Просто удалось. Могу сказать. Работа энергетика по-своему сложна. Александр составляет чертежи, устанавливает системы, налаживает и запускает электрооборудование. Он принимает участие в разработке норм расхода тепловой, электрической и других видов энергии. В своей работе при ремонте и эксплуатации оборудования Александр использует все самые современные и передовые технологии, в испытаниях которых он также участвует. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.